Так, снова я в своей колее. Снова работа есть. Работа. Вот перед вами крузачок. Такой вот. Вот. Нужно нам его обработать, подготовить все, пошпаклевать, загрунтовать кислотниками, эпоксидниками все. И покрасить также в раптор. Раптор также крыша пойдет, как обычно. Арочки брызнем. Морду восстановим, сделаем. Ребята уже подготовили узлы и агрегаты к моей работе. Вот осталось дело за малым. Выделить две ночи. Первую ночку, я думаю, за одну ночь это все сделать, а за вторую мы будем уже, наверное, красить. Задние двери немножко испорчены были. Мы можем видеть, что, в принципе, железо-то оно еще осталось живое, родное. Но все-таки... Так, по-моему, не здесь. Нет, живое еще, более-менее. Железо у нас еще тут живое. Так, а так в основном кузов хороший. Кое-где ребят подварили. В остальном, в общем и целом, состояние на четверочку. Это, мне кажется. Ну, хотя, кстати, да, вот уже проводились, видимо, даже не один раз работы какие-то по машине. Может, такой солидный слой шпатлевки накиданный. Придется, видимо, это все наращивать. За кем-то это все переделывать. Пороги, в принципе, от этого никуда не деться. Немножко корявенькие. Вот еще раз повторюсь, в общем и целом, состояние после предыдущих доделок, переделок очень-очень даже хорошее. Поверхность более-менее ровная. Да не более-менее, поверхность вообще ровная. Вот единственное, придется вот эту всю мелочевку выгрызать. Да, и где-то у нас шпатлевка лопнула из-за его большого слоя, из-за толщины большой. Так, ну вот тут, видимо, ребята доработали. Поставили на стопоре. Вообще компания «Своя колея» специализируется на доработке и тюнинге. Сейчас я вам покажу. Вездеходной техники. Джипы различные, подготовка к мероприятиям, соревнованиям, участию. Вплоть до регистрации, переделок в госавтоинспекции. Тоже все берет на себя эта компания. Кому интересно, посмотрите. Тут на самом деле интересно. Есть что посмотреть, как работают ребята, как работают действительно специалисты. Вот эта вот классная машинка. Под капотом то ли GZ, то ли 2 GZ. Я вот, честно говоря, пока затрудняюсь ответить. Вот буханка эта красилась летом, я ее готовил. Просил, пожелание заказчика было облить ее в глянец, плюс нанести небольшой комок, камуфляж. Вот стилистику нашли в интернете этого рисунка, этого камуфляжа, и, в общем-то, применили здесь же, на этом автомобильчике. Покрытие идет база под лак. Кстати, насколько я помню, даже не пришлось полировать этот автомобиль. Довольно-таки неплохо покрашен был.
Ну и поверхности, соответственно, были тоже ровно, не так много пришлось доводить. Вот, но сейчас он в таком состоянии к нам пришел. Немножко грязный, пыльный. Но выглядит уже так интересно. Крашены, ручки заменены, чистенькие, ровненькие, аккуратненькие. Обтекатели новые поставлены. Колеса мощные. Лебедочка. Так вот он тоже неплохо смотрится, повеселее, пободрее, чем обычная буханка. Но это уже боевой аппарат, с которым и на рыбалку, и в отпуск куда-то можно уехать. В ходе работы вылезли небольшие такие вот косячки, не косячки, не знаю, как объяснить. Вот, недостатки, я бы сказал. В чем они заключаются? Вот ребята подварили все изумительно. Приварили новый лист металла к старому, вырезали старое. Все четко, претензий никаких нет. Но у меня большой вопрос по металлу, который родной, который был уже вот кем-то перешпаклеван, как мы можем с вами видеть. И вот если приглядитесь, то вот в этих вот местах все-таки вот под шпаклевкой идет ржавчина. Так, сейчас я вам еще покажу. Ну вот тут мы можем видеть, металл уже изначально вот под шпаклевкой уже ржавее. Здесь вот лопнула шпаклевка, но тут понятно, потому что по шпаклевке набирается влага, и проблемно ее оттуда извлечь и просушить. С этими местами, в принципе, это понятно. Меня больше-то волнует вот эта вот часть, которая под шпаклевкой у нас находится. Причем шпаклевка не лопнутая была, а довольно-таки хорошо держится. И вот я начал шкурить, смотреть. В общем-то, металл-то под ней корродирует. И вот мне, честно говоря, как человеку, который выполняет свою работу и несет ответственность, мне вот после этого вот сложно давать какую-то гарантию своей работы. Потому что я могу сделать-то хорошо, зачистить, а рядом кусок может отвалиться. Рядом с моей работой. И потом клиент скажет, что я плохой человек и что я сделал работу не очень качественно, потому что отваливается. Но все вот здесь, как вы видите, тут набор шпаклевки идет от 3 до 5 миллиметров. И так по всему кузову. Вот вы можете на ореоле, на спиле шпатлевки посмотреть и сами убедиться. Вот металл у нас все-таки, к сожалению, машина хорошая, вот к сожалению, металл он корродирует даже вот под ремонтной частью. Хотя, возможно, очень давно это все делалось, поэтому идет коррозия. Вот мне вот, честно говоря, будет обидно, когда я сделаю и рядом где-то лопнет, шпаклевка треснет или что-то будет не так, потому что я буду последним человеком, который, крайний человек, который доводил этот автомобиль до приличного состояния, и вдруг что-то отвалится. Ну, я буду виноватым в любом случае.
Но так или иначе, какую-то гарантию на свои работы я дать обязан. Должен нести все-таки ответственность. Так, сейчас постараюсь поближе приблизить и показать вам. Ну, места стыков, швы родные. Тут они априори будут за столько лет ржавыми и корродирующими. Так что тут нет ничего, я думаю, возмутительного. Вот, вот эти вот места. Ну, они у многих автомобилей здесь ржавые. Причем у кого-то бывает даже хуже. У кого-то даже до сквозной коррозии доходит. И только-только в этом случае автовладельцы замечают, что у них что-то начало вспучиваться и ржаветь. Так, вот места крепления петель дверных у нас. Тоже в этом месте скапливается влага постоянно. Тоже, но, в принципе, металл хороший. Еще пока хороший. Хоть и имеет налет ржавчины, даже кратеры есть, но это более-менее можно выскоблить. Меня что порадовало, имплантировали, сделали новые фонари, и вот ребята сделали закладные под эти фонари. Не знаю, я был, вот, честно говоря, приятно удивлен. В принципе, красиво приварили, засверлились, выставили. Сейчас мне нужно будет это все обыграть красиво, восстановить геометрию, поверхность вывести. И сделать так, чтобы новый владелец подумал, что так оно и было. Так, вот тут уже показывал шпаклевку у нас. Лопнула. Здесь вот коррозия. Безобразная, как я не люблю эту коррозию. Вот, а в остальном крыша довольно-таки хорошая. Какую-то толщину большую шпаклея. Честно говоря, не увидел, не простучал. А шпаклевку мы можем элементарно простучать. По звуку уже можем определить. Имеет все-таки какой-то нарост шпакли или нет. Все тоже 28 декабря, только уже у нас, сейчас посмотрим с вами, уже на часах не 12 вечера, как мы начали работать, а без 15:07 утра. В принципе, ночная смена, ночная работа, она как-то расслабляет, что ли, или может быть даже как-то помогает собраться и сделать работу быстро. Но что-то сегодня все, что планировал, вроде как бы практически сделал. Сейчас останется только небольшие поверхности довести, добить и грунтовать, и идти отдыхать, заниматься дальше своими делами. Вот, а так, в общем и целом, вмятины удалил. Единственное время очень много понадобилось, чтобы места сварки, которые у нас здесь были, с вкладышами, с металлическими листами вареные, их сложно было почистить. Приходилось и щетками чистить, и отрезным кружочком, плюс дремелем какие-то небольшие участки выводить, чтобы ржавчины как можно меньше было у нас на оголенном металле. Так, в общем-то, да, тут получится, не получится. Посмотреть, поверхности выведены. Ну, и останется только вот после грунтовки потом это все зачистить. Ну и облить все это дело хорошо и качественно раптором. Потому что обычно такие машины смысла нет покрывать глянцем, потому что они ездят. Ну, видите, какая красота. Они ездят по бездорожью. Это их стихия. Стихия ездить там, где не проедет обычный автомобиль. Вот. Поэтому Раптор тут, я думаю, он очень даже кстати будет. Ну, и сам автомобильчик, кстати, он изящный. Очень-очень шикарный. Не знаю, почему мне вот эти вот все изгибы
Прямо с ума схожу. Чем-то напоминает даже Land Rover. Кстати, да, на Land Rover очень смахивает вот этот вот центральной линии управляющей. Этим ребром жесткости. Сама угловатость в таком же стиле. Ну, может быть, кто-то у кого-то, в общем-то, идейку-то и взял, стянул, как это обычно бывает. Потому что даже вот, я думаю, крупные компании друг у друга не брезгуют воровать какие-нибудь идеи, заимствовать идеи, дорабатывать их. Это как вот, если вы ходите в Макдональдс или в KFC, для меня, честно, остается непонятным, кто у кого сдернул упаковку. На бургерах у Мака такая же практически упаковка, как и у KFC. Вот так же и мы с вами по автомобилям вряд ли сможем понять, кто у кого какие идеи спер. Хотя, может быть, в одно и то же время у дизайнеров родились такие идеи, или где-то они их подсмотрели, или промышленный шпионаж был. Вот. Постоянно в своей колее вот такие вот буханочки приезжают для варки новых арок, для расширения и переделки всей ходовой части. Я, честно говоря, в слесарке, в ходовке вообще не разбираюсь, но тут что-то такое интересное. Они постоянно возятся, постоянно поднимают, увеличивают клиренс этих вот внедорожников, меняют двигатели на импортные, колеса вообще красота. Что самое интересное, вот сегодня ночью общался с мастером, с приемщиком, вот он мне рассказал по поводу регистрации, по поводу того, что компания берет на себя также обязательства по регистрации, официальному оформлению всех переделок, которые производятся, потому что переделки производятся согласно требованиям, согласно нормам, на все имеется лицензия. Вот. Ну, круто, классный сервис, если честно. Вот этот тоже покрашенный пришел, тоже на какую-то доработочку, скорее всего. Приятно, приятно. Чисто сервис для внедорожников. И еще раз посмотрим на этого блестящего дружка. Красавец.